И снова о коррупции. По подозрению в получении взятки в Самаре задержан директор туристического оздоровительного комплекса. По версии полиции, он получил незаконное денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за бездействие в пользу взяткодателя. Это официальная формулировка. Крупную сумму ему передавали частями, первую еще в начале июля, а во время получения второй руководитель учреждения. И был задержан сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Возбуждено уголовное дело по статье получения взятки. Дело возбуждено в Следственном комитете. Данное лицо задержано. Вопросы декриминализации в Самарском регионе начинают набирать темпы. Как мы говорили, что неприкасаемых здесь не будет.